Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов. С января 2019 года абонентов ждет повышение тарифов из-за увеличения НДС. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сотовые операторы уже повестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов. Первоначальное удорожание составит около 1,5%, оценивают аналитики. Однако, чтобы компенсировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования услуг, тарифы в перспективе могут подрасти на 10-20%. Окончательные суммы операторы заложат в новых тарифах, которые появятся в начале 2019 года. В сообщении, которое получили абоненты одного из операторов, сообщается об изменении ставки НДС с 18 до 20% с 9 января. Из сообщения другого оператора сотовой связи следует, что изменятся параметры на части архивных тарифов. Представитель оператора сообщил, что изменения не коснутся более 40 тарифов.